Нельзя хранить в душе ни капли зла, ведь Господу становится там тесно. Прости им, Отче, не вмени греха, пусть сердце прозвучит. Обидно, честно, да, верю, очень больно иногда. Дай Господу вступиться, Он с тобою, и Дух Святой утешит, исцелит твое сердце нежною рукою. Он понимает, ему тоже больно, когда кричат, когда друг другу козни, когда неискренность, когда уж брат не брат, и в сердце неспокойно. Улыбка, за спиной же автомат. Стреляя в ближнего, стреляем в Иисуса, плюем ему распятому в лицо. Обида в сердце, от змеи укуса уж лучше пострадать, чем от нее. Когда она вползает так нескромно, не спрашивая, можно ли войти, прошу тебя, ты ради Иисуса, тихонько в дверь сердце прошепчи. Да, больно очень, но прощаю, Боже, ведь ты прощал. И сердце затвори, иначе заползет, иначе жалить и угнетать ночами будет враг. Ну а потом и колкими словами начнет других через тебя терзать. Давайте вместе, братья, сестры, смотреть на образ Господа Христа, распятого в мучениях на Голгофе, простившего с любовью врага. Поддерживать друг друга добрым словом, другого почитать высшим себя. Ходить не перед братом, перед Богом, кто доброту излил в наши сердца. Нельзя хранить в душе ни капли зла, ведь Господу становится там тесно. Прости им, Отче, не вмени греха. Пусть для любви освободится место. Аминь.